В эфире программа «Время говорить», в студии Юлия Рогоцкая. Здравствуйте. Сотрудники воспитательной службы уголовно-исполнительной системы в этом году отмечают свой 65-летний юбилей. В 1957 году приказом МВД СССР было утверждено временное положение о начальнике отряда. Кто и как занимается воспитанием осужденных – тема нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте. Добрый день. В гостях у меня начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Михаил Шибалев и Игорь Судник, капитан внутренней службы, заместитель начальника исправительной колонии 20, курирующий кадры и воспитательную работу. Михаил Александрович, Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый день. Хочу поздравить вас в первую очередь с праздником. Такой своеобразный день воспитателя, да, можно так это назвать. Чем занимается воспитательная служба в уголовно-исполнительной системе? Ну, как понятно из названия, мы занимаемся воспитательным процессом. Воспитательный процесс – это широкое мероприятие, оно включает в себя много разных направлений. Помимо самого воспитательного процесса, именно лекции, занятия, это приобщение к работе в кружках, приобщение к обучению в общеобразовательной школе, профучилище, участие в культурно-массовых мероприятиях. Помимо воспитателя там, привлекаются к данной работе еще представители общественных и религиозных организаций, которые посещают исправительные учреждения. С этой целью в учреждениях создана большая база. Это и школа, и профессиональные училища, библиотеки, физкультурно-спортивные комплексы, построенные на базе наших учреждений. То есть я правильно понимаю, что это целый комплекс, где осужденные могут заниматься спортом, где осужденные могут каким-то образом пополнять свой багаж знаний? И реализовываться, да. Ну, есть сложности в пребывании в местах лишения свободы. В чем они выражаются? Человек лишен этой самой свободы, ему необходимо получать какую-то отдушину. То есть постоянно находиться длительный период времени в одном и том же месте, общаться с одними и теми же людьми, это действительно сложно. Это влияет на психику человека. Чтобы его социализировать, чтобы дать ему возможность не утерять навыки, которые были у него на свободе, для этого проводится комплекс мероприятий и обеспечивается это за счет имеющихся наших возможностей. Как я уже сказал, их у нас достаточно много. Плюс, помимо того, что сотрудники принимают участие в систему УИС, к этой работе привлекаются еще сторонние организации, как я уже сказал, это общественные организации, религиозные конфессии, государственные всякие учреждения. То есть комплексно мы стараемся сделать так, чтобы пребывание в исправительном учреждении не стало каким-то таким сильным обременением, скажем так. То есть понятно, он лишен свободы, для него это уже наказание, что он лишен свободы, не может самостоятельно перемещаться по территории, да, Российской Федерации там, и за рубеж. Но чтобы у него была возможность все-таки реализовываться, и вот этот процесс воспитания должен положительно повлиять на это все. Да, положительно повлиять на то, каким человек выйдет уже из стен исправительного учреждения. А какими качествами должен обладать воспитатель? Самое главное, наверное, качество – это твердость, целеустремленность. И самое главное, чтобы у него было, наверное, внутреннее какое-то духовное творчество. Вот как, почему? Каждый день для начальника отряда это что-то новое и интересное. Он должен разрабатывать, планировать воспитательные мероприятия, спортивно-массовые мероприятия, встреча с сотрудником религиозной конфессии и также взаимодействие с федерациями, с физкультурно-спортивными федерациями. Угу. Каждый его день это, наверное, новая борьба за то, чтобы человек становился лучше, чтобы человек чего-то достиг как внутренне, так и внешне. Научился новым профессиям, обрел профессию, вышел на работу. Ну, стал, то есть, новым человеком. Стал новым человеком.
Игорь Александрович, я правильно понимаю, что вы как раз непосредственно занимаетесь вот этой воспитательной работой? Совершенно верно. Как строится ваш день? С чего он начинается и чем он заканчивается? День начинается, в принципе, с общего просчета наличия осужденных, с постановки задач. Дальше проведение задач согласно плану мероприятий и подведение итогов. А какие задачи в течение дня вот могут быть? Задачи совершенно разные. Первая задача – выявить осужденных, не имеющих профессионального образования. Зачистить их в профессиональное училище. Склонить осужденного к труду. Вывести на работу, официально трудоустроить. Встреча с родственниками, обсуждение того или иного осужденного, его поведения. Как-то постараться повлиять через родственников, через матерей на дальнейшее поведение осужденного, его отбывание назначенного судом наказания. То есть я правильно понимаю, что воспитатель – это, по сути, главный человек в колонии? Ну, не в колонии, а в отряде. В отряде. Значит, все учреждения разбиты на отряды. И за каждым отрядом закреплен начальник отряда, так называемый. Вот он и входит в состав отдела воспитательной работы с осужденным. Да, и его, скажем так, это, ну, есть такая, как у нас поговорка, что начальник отряда – это мини-начальник колонии. То есть он занимается полностью всем процессом в масштабе отряда. То есть это папа, мама осужденного. То есть все вопросы, которые необходимо решать, решаются через него. Это не только воспитательный процесс, это и какие-то тыловые вопросы. Очень важно, вот момент, допустим, хотел добавить, какими качествами должен обладать начальник отряда. Значит, я считаю, что там еще у него должно преобладать это чуткость. Он не должен очерцветь душой. То есть человечность. Он, да, человечность. Должна. Он должен внимательно выслушать осужденного, невзирая на то, какой у него приговор, какая у него статья, откуда он прибыл, неважно. Это человек. Он отбывает наказание, но он такой же гражданин Российской Федерации. То есть необходимо помогать. Допустим, важно, если нет у него родственников, да, утерянные связи, восстановить эти социально полезные связи. Через родственников, может быть, организовать влияние на этого осужденного. То есть это очень важный процесс. Без наличия вот этой чуткости, то есть данную работу построить очень сложно. Человек, который находится напротив тебя, осужденный, он как бы чувствует это. Он то есть человек. Заинтересован, да, заинтересован в нем начальник отряда или не заинтересован. Если он увидит, что заинтересованности в нем нет, то есть и начальник отряда не готов решать его проблемы, то он не будет обращаться к этому человеку со своими проблемами. Он будет стараться решать их самостоятельно. Этого допускать мы не должны. Мы, скажем так, первая ступенька, к которой он должен обратиться в случае возникновения какой-то проблемы. Поэтому чуткость – это обязательное качество. Ну и сам по себе начальник отряда, значит, у нас же есть требования к данной должности, каким он должен обладать образованием. То есть, во-первых, это высшее образование обязательно. И там три категории. Это, значит, юриспруденция, психология, социальная работа. А, пардон, 4. И педагогика. Я, честно говоря, считаю, что самое основное образование, которое должно быть присуще начальнику отряда, это педагогика. Педагог. Потому что в педагогику оно входит все. Оно входит и социальная работа, и психология курса, они читают, слушают. То есть он обладает уже такими навыками, которые ему необходимы в его работе. Вот. И, как я уже сказал, помимо всего прочего, он должен быть еще как микропсихолог. Должен оценивать ситуацию в отряде. То есть он приходит в отряде 100 человек. Да? Он утром пришел, первое, что он должен сделать обход отряда. Для чего он делает обход отряда? Он смотрит, что-то поменялось в отряде, не поменялось. В это время беседует с осужденными. Может быть, увидит, что в них произошли какие-то изменения за, допустим, эту ночь. Помечает себе, с кем надо поговорить. Тут побеседовал, если видит, что на контакт человек не идет, он должен его вызвать к себе, побеседовать у себя в кабинете. Может быть, он не может общаться при всех остальных. То есть это надо чувствовать. Для этого ему нужно быть все-таки немножко психологом. Ну, благо, психологи в учреждении у нас есть. И часто читают лекции для сотрудников учреждения, как распознать вот эти вот проблемные вопросы в осужденном, там, во взгляде, во внешней позиции. Вот там.
То есть и это тоже нам очень сильно в работе помогает. Игорь Александрович, вот как вы понимаете, что что-то, допустим, пошло не так, что-то произошло? Вы зашли в отряд, увидели, и что дальше? Зашли в отряд, увидели, а осужденный начинает нервничать, вести себя скрытно, замыкается в себе, пытается отстраниться от всего. Также это сказывается и на трудовом процессе, невыполнение норм выработки. Какие действия мы предпринимаем? Первое, да, мы с ним разговариваем. Пытаемся как-то выяснить причину. Дальше. Задействуем помощь сотрудника психологической лаборатории, чтобы они больше выяснили у него. Как бы каждый осужденный – это мужчина, по большей части. И он очень легко идет на контакт с женщинами. С сотрудником психологической службы легче узнать, что у него случилось и как ему нужно помочь. Если у него что-то случилось с родственниками, соответственно, мы узнаем, что случилось, пытаемся дозвониться до них, выяснить, чем мы можем помочь, как повлиять на ту или иную ситуацию. Потому что, в принципе, проблемы в семье, они у всех одинаковые. Где-то, может быть, не хватает денег, где-то заболели дети, либо просто соскучились, либо давно не видели своего отца, брата. Если не видели, пытаемся записать видеообращение с осужденным, где он расскажет, как ему живется, что с ним происходит. Компонуем, записываем на диск и отправляем родственникам. А с какими проблемами, ну вот вы сказали, что чаще всего это семейные, с какими проблемами вообще могут подойти к вам осужденные? Абсолютно со всеми проблемами. В основном подходят это, как может быть банально бы это звучало, это развод. Потому что средний срок отбывания наказания – это от 5 лет. От 5 до 15 лет. Но это в колонии строгого режима. В колонии строгого режима. Александрович, колонии строгого режима, в котором он работает. Там, да. Где-то такие сроки, да. Довольно продолжительные. Но чтобы этого, как бы попытаться этого избежать, значит, создаются различные условия в учреждениях. То есть сейчас в каждом учреждении, в каждом отряде, в каждой колонии у нас имеются телефоны, через которые они могут осуществлять звонки родственникам. Предоставляются длительные свидания, благо у нас сейчас эпидемиологическая ситуация улучшилась. Позволяет, да. Да, позволяет предоставлять и краткосрочные, и длительные свидания. В принципе, учреждения обеспечены необходимым количеством этих комнат, где проводятся эти свидания. Родственники приезжают. Игорь Александрович правильно сказал, записываем видеообращение от родственников. То есть очень положительный это имеет отклик. И родственники благодарят, и осужденные благодарят как бы за проделанную работу. Пытаемся всеми силами поддержать вот это вот, не утерять эту социально полезные связи, чтобы эта ячейка общества, она осталась, и его было кому встречать из колонии. Потому что человек, ну, находится продолжительный период времени в учреждении, у него эти социально полезные связи теряются, и он понимает, что ему, в принципе-то, уже освобождаться некуда. Допустим, он развелся, жена уехала, все, да. Детей забрала, то есть работы у него нет, ну, потому что он отбывает наказание. И у него, как бы, видно, там падает настроение, он как бы в расстроенных чувствах, и не видит перспективы. Эту перспективу должны ему нарисовать мы. То есть воспитатели, ну, я не имею в виду именно воспитатели, а все сотрудники УИС. То есть он должен выходить на свободу с твердой уверенностью, что у него на свободе все получится. Вся работа, которую мы делаем в учреждении, для того, чтобы он смог реализовать себя на свободе. Для этого мы, собственно, его обучаем, для этого мы его трудоустраиваем, чтобы у него появились навыки работы. Потому что очень часто к нам попадают лица, которые до этого практически не работали официально. То есть где-то там подработка какая-то, потом преступная деятельность. Он элементарно не умеет там вбить гвоздь, понимаете, там что-то отпилить, рассверлить. А такие рабочие, специалисты с рабочими специальностями, они востребованы сейчас на свободе, потому что ведется большая стройка. А мы обучаем как раз вот этим вот нужным профессиям. Это сварщик, электрик, плотник, сантехник, штукатур. То есть то, что востребовано сейчас на рынке труда. Да.
Но он почему? Вот осужденный, пока ему это не объяснишь, не разжуешь, думает, что это ему не надо все. Хотя часто бывают случаи, когда ну, потом их на свободе встречаешь, вот он отучился на электрика, устроился работать, достаточно хорошие деньги зарабатывает, вполне. Уже и квартиру себе купил. Ну там, да, прошло какое-то время, там, уже купил себе квартиру, обзавелся семьей, он чувствует себя нормальным человеком, не потерянным для общества. Ну, смотришь, они уже там во время там, отбывания наказания в местах лишения свободы себе что-нибудь нарисовали там на руках, уже убирают эти все татуировки, которые себе нарисовали, ну, чтобы не выделяться из общества, не позиционируя себя как лицо, отбывавшее наказание. То есть процесс идет, процесс налажен, но и внедряются всякие новые методы, технологии, которые нам помогают. Потому что пока он отбывает наказание, он 10 лет назад прибыл в исправительное учреждение, за 10 лет у нас страна шагнула вперед. Многие, освобождаясь, не знают, допустим, что такое сотовый телефон. Смартфон, ну, да, тот же. Скажем так, сейчас уже знают, скажем так, но там лет 10 назад для него это было что-то непонятное. Что такое сотовый телефон, он вообще не знал, что это такое. Там какие-то Google карты, что это такое. То есть для него это было непонятно. Сейчас ну, всеми способами пытаемся сделать так, чтобы он, освобождаясь, мог свободно влиться в общество без каких-то там эксцессов и потерь для себя. А бывает такое, что вот Михаил Александрович говорит, что встречаете бывших осужденных, да, и выясняется, что жизнь у людей наладилась. Какой-то присмотр ведется за бывшими осужденными? Ну, может быть, как-то что-то знаете об их судьбе? Знаете, наверное, 80% осужденных, освободившихся из наших учреждений, мы каждый день встречаем. Но мы их встречаем из-за чего? Когда осужденные находятся на территории учреждения, мы их трудоустраиваем на работу. Учреждение ведет тесное взаимодействие с фирмами, которые базируются на территории. Это Русская полимерная компания по переработке вторичного сырья. В момент отбывания назначенного судом наказания осужденный обучается именно этой профессии, работе на станке, выпуск продукции. По освобождению, наверное, практически всех осужденных, работающих на производстве, трудоустраиваем в жизни. Заказчики трудоустраивают себе их, потому что они уже проверены, они обучены. Ну, они выучили и дальше и пошли. Цеха есть везде, в Заводском, в Артеме, в Владивостоке. Всех осужденных мы трудоустраиваем, мы их видим, они приезжают к нам. То есть воспитатели вы от начала и до самого конца, до самого если конца. Уже взялись, ну, то... Тут немножко ситуация таким образом обстоит. Значит, есть осужденный, который освобожден из мест лишения свободы, допустим, условно-досрочно. Или ему наказание в виде лишения свободы заменено на какой-то другой вид наказания. За данной категорией мы ведем надзор до момента его окончания наказания. В дальнейшем осуществлять контроль за ним мы да, не можем. Ну, то есть не входит это в наш функционал. И, честно говоря, как бы это и не нужно. То есть после того, как срок наказания отбыт, следить за человеком, я считаю, это неправильно. Потому что он должен... Ну, знаете, вышел, все это забыл и пошел жить нормальной жизнью. А если каждый там, месяц будет приезжать сотрудник УИС и спрашивать, а как ты себя ведешь, то у него вот этот пунктик, он останется на всю оставшуюся жизнь. То есть срок отбыт, без проблем, без эксцессов, мы претензий не имеем, государство претензий не имеет. Этот человек влился в общество, все хорошо, все. Но чисто по-человечески вы все равно знаете, где они, как они и что с ними. Ну, это специфика нашей работы. Мы их просто даже видим как бы в обществе. Отпечаток какой-то у некоторых остается. Игорь Александрович, сложно ли быть воспитателем? На самом деле нет, не сложно. Потому что все, что происходит в колонии, в учреждении, в твоем отряде. Это, в принципе, весь твой быт, в котором ты родился,
становился и живешь. Это все как дома. Ты должен проследить за чистотой в отряде, за соблюдение правил внутреннего распорядка, придумать различные конкурсы, викторины, помочь в том или ином направлении с осужденным, проработать все имеющиеся вопросы. В принципе, все как в обычной жизни. Ну, получается, что воспитатель, он же учитель, он же... Я не знаю, мне это напоминает, мы говорим про отряд, и у меня в голове сразу мелькают картинки обычного детского лагеря. Да, как бы это странно ни звучало. Это чем-то схоже или нет? На самом деле схоже, да. Начальник отряда – это тот же вожатый в лагере. Вот именно так. А вы как думаете, трудно быть вожатым или не трудно? Ну, я не могу сказать, что это легкая работа. Она имеет какие-то трудности, проблемы, но это интересная работа. Это работа с людьми. Она постоянно с людьми, и тем она и интересна, и увлекательна. То есть каждый день что-то происходит. Каждый день он новый. Ну, то есть нет такого, что это день сурка. То есть каждый день что-то проявляется новое, какие-то новые мероприятия, может быть, какие-то проблемы. Это не очень хорошо, да, но, по крайней мере, что-то постоянно движется, что-то меняется. Какие-то нововведения происходят, что-то ты придумываешь, что-то они придумывают. Дело в том, что там воспитательные учреждения сейчас, допустим, у нас созданы кружки, вот, в которые входят осужденные по разным направлениям деятельности. Конечно, наша основная задача стоит это спланировать работу этого кружка, там, разработать план, придумать какие-то мероприятия, но это не запрещает самому осужденному предложить какое-то мероприятие. Зачастую они предлагают достаточно интересные варианты, которые ты тоже можешь включить в этот план. А когда ты включаешь план, то, что придумал сам осужденный, я вас уверяю, к этому мероприятию они отнесутся в 10 раз лучше, чем выполнять то, что им как бы наметил сказали ты сам. То есть это вот как раз проявление творческого потенциала этих людей. Там творческий потенциал очень открывается в таких вот местах, когда человек находится. У него есть время, там, допустим, подумать, почитать книги. Я не знаю, насколько сейчас пользуются библиотеками, которые у нас есть, там, муниципальными, городскими. Наши библиотеки очень востребованы. Сейчас общеколонийский фонд более чем 86 тысяч книг в учреждениях края. Он постоянно пополняется там, за счет общественных организаций, религиозных организаций. Вот крайний раз музей имени Арсеньева привез в следственный изолятор номер один, порядка 2000 книг передал им в виде гуманитарной помощи. И оно постоянно востребовано. То есть ты приходишь, смотришь, люди читают. Читают классику. То есть это уровень. То есть читают Пушкина, Толстого. Там, это замечательно. То есть я вот в жизни, если сталкиваясь, общаясь там с друзьями, ну, они эту классику читали в школе. Да. А сейчас взрослые люди приобщаются к этому всему. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И через вот это все они реализовывают свой потенциал. Потом мы, допустим, организовываем мероприятие. Допустим, конкурс стихов. Вы не поверите, шикарные стихи. То есть в каждом отряде есть люди, которые потихонечку пишут стихи, когда проходит этот конкурс, они там выступают, или направляем эти стихи для публикации в наших ведомственных изданиях. То есть, и потом эти издания показываем самим осужденным, что его стих опубликован в газете. Эта газета сейчас по всей России реализована. Там, не только в местах лишения свободы, но она находится в печати, то есть ее может прочитать обычный гражданин. То есть это знаково, прямо глаза загораются у этих людей. То есть художники появляются. То есть он никогда в жизни кисти как бы в руках не держал. Да. Но здесь у него есть время, есть возможность. Почему нет? Он приходит в этот кружок, его там учат азам. Через какое-то время смотришь, у него можно делать выставку. Допустим, мы в учреждениях делали там вернисаж, посвященный творчеству какого-то одного из художников местных там, учрежденческих. Он выставил там, порядка там, 15 картин, которые он нарисовал за это время. И сотрудникам понравилось, и осужденным понравилось, как бы, и что самое лучшее, ему самому это принесло удовлетворение. То есть он не просто нарисовал, и эта картина где-то лежит. Ее увидела вся колония, а через
пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, эти картины увидели еще и вся Россия в дальнейшем. Допустим, в том году мы направляли две картины для участия в конкурсе всероссийском. Насколько я помню, они заняли призовые места. То есть это очень хорошо. А кто еще занимается воспитанием осужденных, помимо самих воспитателей? Какие службы в этом всем участвуют? Полностью участвуют все службы учреждения. Есть такая фраза у нас: каждый сотрудник – воспитатель. Она как лозунг практически в каждом учреждении, где-то наглядная агитация размещена. Продолжи. Полностью все сотрудники, от оперативных служб до психологов, сотрудники социальной защиты и поддержки осужденных, бухгалтерия, тыловое обеспечение, все работают с осужденными. Наша самая главная задача — с ними работать, им помогать и взаимодействовать. Такой обывательский вопрос: сколько человек в отряде и сколько человек в колонии? Ну вот в вашей, например, сколько воспитателей? В нашем учреждении порядка 1300 осужденных. В отряде в среднем, наверное, 100 человек. Начальников отряда у нас 14. Вот так. Задам последний вопрос. 65 лет исполнилось службе, исполняется. И что произошло за эти десятилетия? Что поменялось? Ну, поменялось много. То есть и в воспитательном процессе самому поменялось. То есть жизнь не стоит на месте. У нас, конечно, тоже это все получает развитие. И технический прогресс присутствует. То есть если раньше всю документацию, допустим, вот по начальнику отряда, всю свою документацию он вел от руки. То есть на каждого осужденного был заведен дневник индивидуальной воспитательной работы, он его вел. Журнал начальника отряда он увел. То есть сейчас каждый кабинет начальника отряда оборудован рабочим местом, персональный компьютер, принтер. То есть все переходит в электронный формат. Проведение мероприятий. То есть если раньше, допустим, проводилось мероприятие, собирались мы на лекцию с осужденными, естественно, максимум, что мы можем сделать, это довести голосом. Сейчас, ввиду того, что, опять же, технический прогресс не стоит на месте, есть проекторы, через которые мы можем сделать визуальный ряд, это воспринимается уже по-другому абсолютно. То есть плюс есть возможность проводить соревнования с использованием интернет-ресурсов. То есть очень часто проходят, допустим, шахматные турниры за счет интернета. То есть учреждение ИК-20, допустим, поселка Заводское, играет с Новосибирском. То есть, опять же, это очень знаково, воспринимается очень хорошо. А при возможности вывода через видеопроектор это еще выводится на большой экран. И сидит, да, целое учреждение осужденных, смотрит, как твой товарищ играет с Новосибирском, выигрывает, ну, там они его поддерживают всячески. То есть много произошло изменений, много. То есть и в организации воспитательного процесса, скажем так, раньше некоторых служб, допустим, вообще не было. Допустим, не было психологической службы, не было группы социальной защиты и учета трудового стажа. То есть это новое все, оно появилось не так давно. А без их участия организовать воспитательный процесс очень и очень затруднительно. Я же говорю, человек, выйдя от нас, должен быть уверен, что он может себя реализовать. А как ты себя реализуешь, если, допустим, у тебя нет паспорта, нет у тебя СНИЛСа, нет у тебя медицинского полиса? А все это делает социальный работник учреждения. Плюс ты в подавленном состоянии, воспитатель должен решать твою проблему, но он не психолог. Если это психолог, они появились тоже не так давно, у них в этом году 30 лет юбилей у них. Вот. Опять же, это, ну, скажем так, новое и хорошее, что появилось в нашей работе. Вот. Запись видеообращений осужденных родственникам. Ну, раньше разве такое было возможно? Сейчас это все есть. Сейчас, я забыл сказать, помимо телефонов, у нас еще в каждом учреждении установлен видеотелефон. То есть он напрямую на приложение родственника, на его смартфон, может позвонить, пообщаться, он его видит. То есть, и это пользуется большой популярностью. То есть в неделю таких звонков примерно там 300 производится по учреждениям края.
То есть тоже ничто не стоит. Поменялось практически все, я так понимаю. Можно сказать да, можно сказать да. И менталитет поменялся, и организация работы претерпела свои изменения. Правила внутреннего распорядка, как бы это тот основной документ, на основании которого мы осуществляем свою деятельность, меняется постоянно, и я знаю, что он вот сейчас уже в проекте новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Все меняется, вносятся изменения, корректировки, исходя из того, что сейчас происходит в обществе у нас. Ну что ж, я тогда еще раз поздравляю вас с праздником, с Днем Воспитателя, и желаю, чтобы осужденных, наверное, все-таки становилось поменьше в нашем крае, в нашей стране. Мы будем только рады. Быстрее выходили на свободу с хорошими результатами. И главное, не возвращались. Не возвращались, да. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, кто и как занимается воспитанием осужденных. В гостях у нас были начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Михаил Шибалев и Игорь Судник, капитан внутренней службы, заместитель начальника исправительной колонии 20, курирующий кадры и воспитательную работу. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на 8-м.